По возвращении адмирал Бёрд предстает перед членами чрезвычайной следственной комиссии Конгресса США. В прессу просочились фрагменты из его доклада. Соединенным Штатам необходимо принять защитные акции против истребителей противника, совершающих вылеты из полярных районов. В случае новой войны Америка может подвергнуться атаке врага, обладающего способностью летать с одного полюса на другой с невероятной скоростью. Кто поверг в бегство американскую эскадру? За полтора года до экспедиции адмирала Бёрда летом 45-го в аргентинский порт Мар-дель-Плата вошли и сдались властям две немецкие подводные лодки. Необычные лодки, а лодки из состава так называемого «конвоя фюрера». Это сверхсекретное соединение выполняло задачи, подробности которых до сих пор остаются в глубокой тайне. Экипажи подлодок показания давали неохотно. И все-таки американцам удалось кое-что узнать. Так командир У-530 рассказал о своем участии в операции под кодовым названием «Валькирия-2». За три недели до конца войны его подлодка вышла из Киля и доставила в Антарктиду реликвии Третьего Рейха, личные вещи Гитлера, а также пассажиров, лица которых скрывали повязки. Командир другой лодки, У-977, Хайнц Шефер, показал, что немного позднее повторил этот же маршрут. Выяснилось также, что немецкие подлодки неоднократно ходили в Антарктиду. Но почему именно туда? Антарктида. В 1820 году ее открыли русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев. С тех пор этот загадочный континент, по площади превышающий Европу, как магнитом притягивает к себе исследователей. Однако отвесные высотой в десятки метров ледяные берега долгое время делают материк неприступным. Еще целое столетие об Антарктиде почти ничего не известно. А тут еще показания немецких подводников, сдавшихся аргентинским властям. По всей видимости, все это чрезвычайно встревожило американцев. И в конце 1946 года знаменитый полярник и одновременно адмирал американских военно-морских сил Ричард Бёрд получает приказ уничтожить нацистскую базу в Антарктиде. Но не тут-то было. Отпор, который получила американская эскадра, до сих пор вызывает массу вопросов. Дело в том, что в Вашингтоне адмирал Бёрд докладывал не просто об истребителях с немыслимыми возможностями. Он говорил о нападении на экспедицию странных летающих тарелок, которые выныривали из-под воды и, двигаясь с огромной скоростью, нанесли экспедиции значительный урон. Вот как описывает этот бой, который произошел 26 февраля 1947 года, другой его очевидец, участник экспедиции, опытный военный летчик Джон Сайерсон. Они выскакивали из-под воды, как угорелые, и проскальзывали буквально между мачтами кораблей с такой скоростью, что потоками возмущенного воздуха рвало радиоантенны. Несколько корсаров успели взлететь с Касабланки. Я не успел и глазом моргнуть, как два из них, сраженные какими-то неведомыми лучами, брызнувшими из носовых частей этих летающих тарелок, зарылись в воду возле кораблей. Я в это время находился на палубе Касабланки. Я ничего не понимал. Эти предметы не издавали ни единого звука. Они безмолвно носились между кораблями и беспрерывно плевались убийственным огнем. Внезапно эсминец Мердок, находившийся от нас в 10 кабельтовых, полыхнул ярким пламенем и стал тонуть. С других кораблей, несмотря на опасность, немедленно были посланы к месту катастрофы спасательные шлюпки и катера. Весь кошмар продолжался около 20 минут. Когда летающие тарелки снова нырнули под воду, мы стали подсчитывать потери. Они были ужасающими. Кто был хозяином этих тарелок? Неужели нацистская Германия? Обществ Туле и Врил приглашают для сотрудничества изобретателя Виктора Шаубергера. Его легендарный взрывной двигатель способен вырабатывать свет, тепло и приводить в движение механизмы, используя лишь воздух и воду. От изобретателя требуется одно – создать двигатель специально для летающих дисков. Согласие получено. И через 5 лет, в 1939 году,
В воздух поднимется опытный образец диска «Врил» с двигателем Шаубергера. Сохранилась редкая фотография испытательного полета этого диска с зимней маскировочной раскраской. В чертеже и фотографии летающих дисков выделяется серия «Хонебу». Сведения о кораблях похожи на фантастику. Судя по описаниям, в них должен быть использован альтернативный источник энергии, так называемый конвертер Ганса Коллера, не требующий привычного топлива. А диск «Хонебу-3» планировали даже выводить в космос. Невероятно? Как знать. Вот одна из трофейных фотографий. Необычный скафандр пилота наводит на мысль, что полеты планировалось проводить, если не в космосе, то как минимум в стратосфере. В трофейных архивах обнаружен еще один загадочный документ. Это схема огромного, длиной в 139 метров, сигарообразного корабля «Андромеда» с ангарами для 5 летающих дисков типа «Хонебу-2» и «Врил».